С 2003 года железные дороги России постоянно подвергаются разного рода преобразованиям, реструктуризациям, ребрендингам и оптимизациям, которые в целом пагубно влияют на работу подразделений холдинга. Однако параллельно с этим не останавливается внедрение новых технологий и услуг, способствующих улучшению качества обслуживания грузоперевозчиков и пассажиров. Также постоянно идет процесс модернизации железнодорожной инфраструктуры. За последние 10 лет у АОРЖД в сотрудничестве с транспортными холдингами и правительствами регионов и государств было реализовано несколько десятков крупных транспортных и инфраструктурных проектов как в России, так и за ее пределами в разной степени успешности и уровня исполнения. Сегодня мы остановимся с вами на проектах, которые были реализованы непосредственно на территории России. Спойлер. С подвижным составом в целом заморачиваться не стали. Одним из самых ярких и крупных транспортных проектов, реализованных с 2012 года, реконструкция железной дороги в Сочи в рамках подготовки к Зимней Олимпиаде 2014 года, где полностью была обновлена инфраструктура и подвижной состав. Основным подвижным составом для перевозки был выбран адаптированный для железных дорог России немецкий электропоезд Siemens Desire Rus, получивший коммерческое название «Ласточка». Вокзалы в Сочи и окрестностях были сооружены по последнему слову техники. Каждая более-менее крупная станция по своим масштабам не уступает крупным европейским железнодорожным хабам. После Олимпиады железная дорога в Сочи пользуется высоким спросом у туристов и местных жителей. Следующим ярким событием для РЖД стал запуск пассажирского движения на Московской окружной железной дороге, ныне именуемой как МЦК. Планы по организации кольцевого пассажирского движения в Москве велись со времен запуска окружной дороги в 1908 году, но ввиду различных обстоятельств данная идея так и не вызвала интереса у москвичей. Однако Москва расширялась и со временем вопрос городской электрички возник вновь. С 2011 по 2016 года на полигоне окружной дороги Велась масштабная реконструкция путевого полотна, включая строительство третьего пути для сохранения грузового сообщения по кольцу и создание пассажирской инфраструктуры с полной электрификацией путей постоянным током в 3 кВт. По некоторым данным, планировалось строительство и четвертого пути, но подтверждение этому находится только на ранних этапах реконструкции. Напомню, что до начала реконструкции МОЖД работала только на тепловозной тяге и выполняла только грузовые перевозки. Грузовое движение, ввиду стесненных условий на отдельных участках, смогли сохранить только на двух третьих всего кольца. 10 сентября 2016 года пассажирское движение по кольцевой дороге было запущено. Интересным решением является интеграция городской системы оплаты проезда по карте «Тройка» и обычным билетом на метро. Это позволило пассажирам беспрепятственно пересаживаться с железной дороги в метро и на наземный транспорт. В техническом плане впервые была применена новая система централизации обелок с использованием подвижных блок участков, что способствовало увеличению парности поездов, а также сокращению интервалов в часы пик. Сейчас на полигоне окружной дороги тестируют беспилотное управление поездом, которое позволит в будущем не прибегать к услугам машинистов. Как это будет реализовано, пока неизвестно. В целом, пассажирское сообщение на МЦК снискало популярность у москвичей. Однако есть пара крупных инфраструктурных недочетов. Чудовищно длинные пересадки на метро, которые зачем-то нарисовали в московском Диптрансе, и, и подвижной состав, который выбрали для перевоза. Изначально было предложено три варианта. Обычные электропоезда серии D4 или P2D, городская комплектация «Ласточки» S2G и недавно вышедший в свет электропоезда серии EG2 TV с коммерческим названием «Иволга». Ввиду большого интереса и нездоровой любви к морально устаревшим поездам платформы Дизира, тогдашнего начальника скоростной дирекции сообщения Дмитрия Пегова для пассажирских перевозок была выбрана именно ласточка, несмотря на то, что составы серии Иволга больше удовлетворяли тех заданию для подвижного состава уровня городская электричка, нежели межрегиональная ласточка в пятивагонном исполнении, которая даже после перепланировки салонов под перевозки в черте Москвы не справляется с пассажиропотоками в часы пик. Увеличение составности ласточек в принципе решило бы проблему, однако за три года разговоров об этом никаких действий не предпринимается. Одним из самых провальных проектов для РЖД за последнее время явился запуск так называемых московских центральных диаметров, или как его еще называют интеллектуально ограниченные люди, наземное метро. В 2017 году в тесном сотрудничестве с АОРЖД РЖД и неспециалистами в области транспорта Московское правительство анонсировало запуск сквозного железнодорожного сообщения между всеми радиальными направлениями, имеющимися в Москве. По изначальному замыслу планировалось связать все 10 железнодорожных направлений между собой, организовав таким образом 5 диаметральных направлений, проходящие город насквозь. Чтобы это реализовать, авторы так называемого проекта предложили модернизацию имеющейся инфраструктуры посредством строительства двух дополнительных путей для обособления пригородных и грузовых поездов, а также поездов дальнего следования от городских электричек. Для упрощения и ускорения запуска диаметрального сообщения были выбраны четыре направления – Рижская, Курская, Белорусская и Савеловская. Начать решили с них, запустив именно там первые два диаметра – так как свозное сообщение по этим направлениям осуществляется не один десяток лет. К моменту запуска было готово все от слова ничего. 21 ноября 2019 года стала роковой датой в истории как РЖД в целом, так и московского правительства с Дептрансом. Диаметры не запустились с тем размахом, о котором так мечтали убогие транспортные фанаты в Дептрансе. РЖД тоже досталось. За первые полгода работы и, в принципе, до сегодняшнего дня, но с корректировками. С момента запуска так называемых МЦД так и не смогли организовать интервал движения в 6 минут, о котором с пеной у рта орали в Дептрансе. Ведь они даже и не подозревали, что существующая сигнализация и ограничение скоростей на участках дает минимальный интервал в 7-9 минут, а ускорение электропоездов Иволга и ЭП-2Д несколько разное, что в итоге дает разное время проследования одного и того же участка. Обо всех минусах МЦД будет еще не раз мною упомянуто. В целом запуск диаметров произошел по принципу мыльного пузыря. Как все дошло до дела, мыльный пузырь лопнул, оказав впечатление только на жителей регионов и приезжих. На данный момент МЦД существует, по моему личному мнению, в демо-режиме. Подвижной состав не закуплен, инфраструктура не обновлена, а интервал в 6 минут так и не организованы. Из проблем, которые так и не были решены так называемыми управленцами РЖД за эти 10 лет, зарплаты рядовых и самых важных сотрудников компании, которые непосредственно отвечают за работу железной дороги. Путейцы, машинисты, сотрудники службы движения, службы контактной сети и прочее. Постоянные переработки, а вследствие этого нарушение безопасности движения поездов сотрудников локомотивных бригад, размножение методом почекования бессмысленных дирекций сотрудников, которые железные дороги видели только на картинках и не представляют себе, как устроена железная дорога и как она работает.